Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами известных художников. Франческо Гварди, итальянским пейзажистом в рококо, как написано в Википедии переводной. Франческо Гварди родился в 1712 году в Венеции. Был сыном итальянского художника эпохи барокко Доминика Гварди. Его братьями был Джованни Антонио Гварди и Никола Гварди. Его сестра Сесилия Гварди вышла замуж за Джованни Батиста Тьеполо, который в 1756 году стал председателем академии. Франческо Гварди был там членом с 1747 года. До смерти своего брата Антонио в 1760 году Франческо работал в семейной живописной мастерской, в которой работал и младший брат Никола. В начале своей карьеры он рисовал алтари, но как ученик и преемник Каналетто концентрировался на редутах после того, как покинул город. Сначала он выбрал те же мотивы, особенно венецианские виды, которые Каналетто уже писал много раз и с большим успехом. Однако его картина отличается от картин покойного Каналетто в основном живыми световыми и теневыми эффектами, с резко обостренными, свободными и импульсными стилями живописи. Я цитирую Википедию. В отличие от Каналетто, Гварди менее точно придерживался топографических условий в пользу живописного эффекта. Некоторые из его картин, так называемые каприччо, живописной компиляции как существующих, так и изобретенных архитектурой пейзажей. Получил заказы от частных меценатов, от Венецианской республики, например, цикл с 12 фестивалей Дожа Алиста IV. В 1682 году задокументировал визит папы Пия VI в четырех картинках в Венеции. По случаю визита в город великих русских князей он расписал торжества, устроенные в их честь. Подобные работы являются ценными историческими свидетельствами о повседневной жизни и о праздновании Венеции. В дополнение к ведутам, изображения венецианских фестивалей, Гварди также работал над жанровыми сценами. Его картины имеют четкое равномерное освещение. Они сильнее и богаче по цвету, чем у его учителя, но менее детализированы на рисунке. Несмотря на такое различие, его картины неоднократно приписывались его более известному учителю. Ну и надо сказать, что Гварди был одним из первых художников, написавших картины текущих событий. Творчество Гварди огромно, более 1000 картин в крупных европейских и американских музеях находятся его виды Венеции и Каприччо, Милане, Нью-Йорке, Лондоне, Лугано, Вене, ну и так далее. Графическое наследие художника включает в себе эскизы декораций и городские виды. Даже в этих акварельных или так называемых пировых рисунках Гварди достигает определенного светового эффекта и вибрации. Ну вот все, что мне удалось найти о Франческо Гварди. Переводная Википедия, итальянский пейзажист в рококо. Пока-пока, до свидания.